Ксения Милас после 16-го выпуска «Пацанок» рассказала всю правду о проекте и о его участницах. «Долго я ждала 16-й выпуск, чтобы написать этот постмонтаж, крутая вещь. Отлично проделанная работа, вы готовы обзавестись терпением? Приступим, посмотрев сегодня серию. Хочу сказать, обнуляйте все, что вы видели, предыстория такова, вернувшись в Москву. Перед Мексикой я попросила съемочную не принимать более участия в шоу. По причине личных обстоятельств и утери родного человека. Но руководитель проекта отчаянно уговорила меня слетать в Мексику. На что я согласилась при условии того, что на выгоне меня отправят домой. В корзину полетело и то, когда в Мексике я сказала, что не планирую меняться. А врать на всю страну и строить из себя того, кем не стану, в отличие от остальных участниц, не буду. Также обманывать, что стану леди, обманывать о своей ориентации. Хотя все финалистки такой же ориентации, как и я. Хотя я сказала, что нет у меня желания и права быть в финале, так как точно знаю, что не изменюсь. Пожелала победы Гороховой Анне. Все вырезали, после Мексики меня попросили полететь в Питер и вновь я согласилась, полагая, что там будет выгодно меня отправят домой, чтобы это корректно выглядело для канала. Но нет, когда моя любимая прилетела в Питер, мы решили, что нам пора домой. Вывернули все иначе, чтобы создать очередной экшен. Впрочем, как обычно, я выдавала в этом сезоне, разница только в том, что обычно я делала это по собственной инициативе, в итоге ночью мы улетели, по-английски, никто мне не звонил и никому я не писала, ох, как ситуация оказалась на руку. Нужно же вам что-то показывать, выставлять меня трусом и создавать смуту в серии, неплохая идея. Бесспорно. Ваша Милас, победитель по жизни, потому что честна с собой и с вами, само собой. Никто вам не может показать реальную сторону того, что у участниц отсутствуют реальные изменения. Смысл проекта ведь моментально теряется. Элементарно, я не захотела выигрывать нечестно. Потому что победительницей проекта должна быть Лиди. Каких в помине там нет, а мой личный социальный эксперимент был завершен 10 октября. Отдельно хочу сказать, героиням во всей серии тратили силы на то, чтобы обосрать меня и тут же говорить о своей добродетели. Хотя, никому из вас дорогу я не перешла, за спиной не клеветала и говорила всю правду в лицо. Я смеюсь, лжи в вас больше, чем я видела за всю жизнь, вы врете на камеру. Вы врете себе, ну и кто трус, скорее всего я, которая какой пришла, как себя вела. Такой и осталась, не став строить из себя того, кем не являюсь, ради мнимой и временной популярности. Девочки, вы готовы грызть друг другу головы ради этого? Я нет, Альбертовна сказала, лузер отличается от чемпиона тем, что чемпион не боится проигрывать. Я считаю, что чемпионы не лгут, чемпиону нечего доказывать, лидер и победитель живет внутри. Лузеры идут по головам, потому что не способны на другое. Отдельно о горе, ты единственная, кто должен действительно быть благодарен мне. Ведь фактически я отдала тебе свою победу. Ты же брызжешь желчью, потому что понимаешь, что если бы я не ушла, быть тебе второй. Есть огромная разница между испугаться и сделать себе одолжение, не путай, я знала все. И что тебе некуда возвращаться, кроме как в ту жопу, из которой ты приехала. П.С. Видео попало ко мне случайно. В нем твое истинное лицо, я просыпаюсь каждый день в отличном настроении, люблю тебя, Анютка. Всем мир, аминь. Ксюша, я никогда не записывала тебе видео, сегодня первый раз у нас такой. И знай,
что я о тебе помню. Наверное, я никогда не забуду такого человека, как ты. Я желаю тебе, чтобы ты ничего не боялась. Милос, ты же ничего не боишься, ты же машина. Я тебя поздравляю с тем, что ты ушла. Я тебя поздравляю. И сегодня... Сегодня самый лучший день в моей жизни, а в твоей самый худший. Вот так. Я хочу, чтобы у тебя все сложилось. Все сложилось. И чтобы ты... Только не сегодня. Сегодня, вот я уверена, ты проснешься, и у тебя будет плохое настроение. Люблю тебя.